Он вообще не хиляется. Я ему два хита дал. Опа. О! Хорошо, пошло. Стрелять на дальней дистанции, попадать. Но... могу так сказать, что с типа зероингом все фиксится. Если зеро... с 8x находишь. И умеешь типа зероинг выставлять. В желтом костюме бегает. Я в таком бегал, когда пел был. Ебаный столбик, это пизда. Его, это столбик, пиздец, сейвит. Да иди ты нахуй. Да вот так вот надо с ним спамить. Он вуду. Бля, если он в туалете открыл дверь, ему пизда. Он же в туалете дверь открывал, по идее. Когда я летел. Никита Кек! Ебать, ты спалился в полете. Ой. Надо как-то встать, чтобы меня не уебало третьей пати. Паун словил. Ладно, я запомнил где-то. Так, так, так. Побежать хочешь по смокам. Бежим, бежим. Бля, так в ебало попасть трудно, если что. Не, он просто побежит. Бля, как он выжил? Бро, у тебя не было шансов, история. А, он там? Ебать! Реально смотрит. Спасибо за инфу. Откуда ты знал? Ты что, щитами? Потом поеду под завод. А как он не сдается? У него уже каски нет, третий. Блять. Но он сгорел, если что. Он звонит вообще? Походу нет. Блять, мне страшно уже. Бля, чел.
давать, а перформанс выдавать, когда FPS у меня меньше, чем 300. Точнее, у меня может быть 300 FPS, я, соответственно, могу выдать больше перформанса из-за этого. Сорвался банан, не прикиньте. Да, идет, сука. А была бы восьмерка, он бы уже трупом был. Пятка слетела. Тихо. А как думаете, убью или нет? Ваши ставки. Она не долетела даже. Забейте. Так, у меня теперь другой там клиент в мотеле. Может, он убежал уже? Опа, кто-то уезжает. О, ошибка. Это была ошибка. Прямо ловить. Бля, смотрите, как бежит. В смысле, как он меня спалил? Что мне делать? Вот он бежит в зону, я его не могу полутать. Мне надо его, когда он до зоны добежит, убить, наверное, да? Полутать. Бля, бежит, смотрите. Хватит, у него там что-то жесткое.
Он в эту яму добежит и пиздец. А, у меня зона все равно, слышите? Ну, как будто... Как будто, блядь, тут рельефы. Нет, похуй на это, Т3, сори. Хотя я успею, минута 20, зона рядом, полутает. Бля, его подгон. Это что такое? О, это тип. Как хорошо. Прям под меня лег. Это бот, да? Это бот. А может тут 8x? Тоже спасет меня от этих мучений. У него ОП. Он за дропом бежал. Ой-ой-ой. Кто тут? Опять сюда бы щит. Я бы залез на эту скалу. Может, без щита можно? Не, нельзя обход. А он нравится как? На другую сторону, да, поедет? А, прям под... И не в будку даже. А куда? Я сейчас full open под сервер еще. А, это братишек со стрима. Бля, я плохо кинул гранату, надо было ближе кидать. О, его начали хуярить, да? Блять. Опа, опа. Бежим, бежим. Так. Топ один. Мы только что дали урон. Так, да, да. Не понял, кстати, 8x глушитель. Я ему только что дал хит, почему он не хиляется? Я ему дал урон же в голову, он не хиляется. Почему он бегает, ищет? Он с болтовкой, причем упор ищет. На сковородку. Блять, сейчас. Не, не спалили, фух. Давай, 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 быстрее. В зону, в зону, в зону. А флангует, флангует. Он М24 скинул? Он скинул болтовку. У него, блядь, а что это в руках? А нахуя он с ган скинул? Блядь, обнаружили, походу. Или нет? Опа. Позиция нубстера. Он вообще не хиляется. Я ему 2 хита дал. Опа. О, хорошо пошло. Так, бустики.
Бля, надо не в голову, надо в руку ему дать. Так. Бля, да чё за хуйня, блядь, где ты? Где он? Заебал меня уже, блядь. Он увидел меня. Не, не увидел. Ай, больно. Ай! Он сдох от зоны. Вот полиглот.